Бойцы Беркута, прошу вашего внимания. Я глава американской новостейной компании, которая час назад получила из Международного уголовного суда executive order представить списки Беркута в Гаагский трибунал. Среди вас, бойцы Беркута, находятся люди, которые фиксируют ваши преступления. Мы их купили. Они снабжены мини-камерами, которые фиксируют каждый ваш шаг. Вы не через 10 лет и не через 15 лет получите тюремную решетку. Вы ее получите так быстро, как вам, может быть, это не кажется. Я вас не могу призывать сложить ваши щиты. Я гражданин другой державы. Но российской ноги здесь не будет. Слава Украине!